программа «День с толком». В студии Андрей Дриер. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Как лечат детей с тяжелой формой коронавируса? Репортаж из красной зоны. Пока лишь обещание. Когда амбулаторные пациенты будут получать лекарства бесплатно? 10 весовых категорий. В Барнауле открыли юбилейный турнир по греко-римской борьбе памяти Анатолия Кишицкого. Новые потери от COVID-19 за сутки. В крае скончались 13 человек с диагнозом коронавирус. Выявлено 229 новых случаев заражения. Хотя, как мы помним, министр здравоохранения региона накануне признал, что реальная статистика, вероятно, в 7 раз больше. Сегодня зафиксирован новый рекорд по тяжелобольным пациентам. На данный момент их 602. 180 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Остается 681 свободная койка. В госпиталь для малышей с ковидом, как и во взрослые больницы, поступают уже так называемые тяжелые пациенты. Родители признались нашему корреспонденту, что и детей с подозрением на коронавирус далеко не всегда обследуют своевременно. Буквально с боем удается добиться взятия мазка и рентгена. Наша съемочная группа побывала еще в одной красной зоне, на этот раз там, где спасают юных пациентов. С подробностями Валентина Аскерова. Девочка, вон, видите, реакция-то есть. Ресницы там двигаются. 3 месяца, годик и 4. Врачи реанимации детского ковидного госпиталя сейчас выхаживают 3. Малыши в тяжелом состоянии. Ковид, двусторонняя пневмония, ко всему прочему, фоновые заболевания. У одного врожденный порок сердца, оперирован. У второго тоже врожденный порок сердца, тоже оперированный. Этот с неврологической патологией. Сатурацию показывает 92. Для этого ребенка тоже с пороком сердца это идеальный вариант. Питаются через зонд, получают кислород. На ИВЛ, к счастью, уже никого. В пятницу от аппарата отключили подростка. Его легкие начали дышать самостоятельно спустя 10 дней нахождения на искусственной вентиляции. Иначе как героем мальчишку здесь не называют. Еще ребенок сам по себе. Он сильный и помогал нам, а мы ему помогали. И вот благодаря всех наших, все вместе, и коллектива, и его, у него состояние улучшилось. И мы его перевели в отделение. Мишка это у нас герой. Когда он пришел в сознание, из искусственной формы вывели, он: «Миша, давай перевернемся». Он помогал. В детском ковидном госпитале 26 пациентов. Самые тяжелые в реанимации со средней степенью в обычных палатах. Здесь вот брали, вот синяки уже, на венах. Она уже боится врачей. Белые халаты до ужаса напугали эту белокурую малышку. За пару дней, что она здесь, уколом нет числа. Около месяца девочку мучил кашель. Домашнее лечение эффекта не принесло. Позже рентген показал пневмонию. Сюда уже попали, нам уже сделали эти мазки. И вот тест сегодня только что пришел положительный. Подтвердили, что ковид. Сами все лето не верили. Но вроде как мы тоже переболели все. И муж, и я, и сын. Ну, в легкой форме, все дома. Поэтому она последняя. Высокая температура, диарея у детей. Длительная небольшая температура, отсутствие обоняния, заложенность носа у подростков. Такова клиническая картина детского ковида. За детей очень переживаешь. Во-первых, они разлучены с домом. Это самый главный фактор, то есть отсутствие родителей. Я тоже по тебе соскучилась. Не знаю, как мы теперь к тебе придем. Теперь уже мы на самоизоляции. Телефон для 16-летней Светы сейчас единственная возможность общаться с любимой мамой, которая в буквальном смысле ее спасла. У девочки была двусторонняя пневмония. По договоренности, если честно, пошли на рентген, потому что сразу не пробьешься. Неделю дома пролечились. Ну вот, договорились, попали на рентген и сразу в больницу. Ну, в больницу, скажем так, оперативно попали. Обсуждают пережитое, смеются и радуются, что идут на поправку. Девчонкам постепенно возвращается вкус и аппетит. Самочувствие лучше. Я очень рада, что у меня появился вкус. Это последствия, у меня аппетит прям так проснулся, мне хочется кушать, кушать и кушать. Вот, ну, стараюсь себя ограничивать. У меня буквально 3 дня назад начали проявляться. Я вот понюхала мыло, и я такая: о боже, оно пахнет. Наверное, какие-нибудь ужасы, там, звонок посмотреть. Мы с семьей часто фильмы смотрим, так что вот это вот не хватает уюта.
В Алтайском крае, по официальной информации, нет ни одного случая детской смертности от ковида. Тем не менее, болезнь среди детей и подростков набирает обороты. Пациентов все больше, течение болезни все сложнее. За 2 часа, что мы снимали, в стационар по скорой привезли 2. Остается только надеяться, что не в запущенном состоянии и пустующее место в реанимации так и будет пустовать. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. 280 тысяч школьников края остаются дома. Ученикам продлили каникулы еще на неделю. Такое решение было принято накануне на заседании оперативного штаба региона. Напомним, в некоторых школах каникулы и так уже затянулись на 2 недели. Мера вынужденная. Так специалисты хотят сдержать инфекцию и поберечь учителей. Что еще обсудили в правительстве края и когда инфекция уже пойдет на спад, расскажет Ирина Корчагина. Гневные комментарии матерей появляются каждую секунду. Угрожают протестами. Более 10 тысяч человек одновременно смотрят выступление министра образования края. Решение продлить каникулы до 16 ноября понравилось далеко не всем. 280 тысяч школьников еще неделю будут сидеть дома. Максим Костенко объясняет, нужно подумать об учителях. Наконец, вот первой четверти пришли к тому, что в некоторых школах чисто физически было сложно замещать учителей, которые находились на листке нетрудоспособности, то есть болели и лечились. В дальнейшем Минобр дает школам право самим решать, в каком формате учиться, учитывая процент заболевших детей. Либо это будет дистант, либо очный формат, либо гибридное обучение. Неделю будем работать с директорами школ, с муниципалитетами, с тем, чтобы каждая школа к 16 ноября для себя определила свой, скажем так, режим работы с 16 ноября. Это решение накануне приняли на заседании оперативного штаба. Виктор Томенков поинтересовался у специалистов, когда мы можем рассчитывать на спад инфекции. Ведь все ковидные госпитали края продолжают работать в напряженном режиме уже 1,5 месяца. Новая коронавирусная инфекция, она сейчас встраивается в респираторные инфекции. В обычное время респираторная инфекция, мы укладывались в течение 6 недель вот в этот эпид-процесс. То есть 2 недели росли, 1-2 недели стояли на высоких цифрах и 1-3 недели снижались. Возвращались к эпид-пару, возвращались, например, да? Это новая инфекция, естественно, в эти 6 недель не укладывается. Я пока понимаю так, если анализировать только формальную часть вопроса, а именно все официальные цифры статистики, то ситуация продолжает ухудшаться. Боюсь это даже проговаривать, но какая-то стабилизация отмечается. На этой неделе в Минздраве заметили некую стабилизацию и в работе скорой помощи. Количество обращений снизилось, быть может и потому, что люди уже просто потеряли надежду дозвониться туда. На сегодняшний день мы обслуживаем все вызова, и наметилась легкая, надеюсь, легкая тенденция к снижению числа вызовов с пневмониями и с ОРВИ. Мы теперь не переносим на следующие сутки. Так теперь скорая помощь работает, да? Как раз-таки, чтобы закрепить первые успехи, оперштаб и принял решение продлить каникулы как одну из мер. Также прозвучало предложение запретить несовершеннолетним посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Это решение должны принять в ближайшие дни. Ирина Корчагина, «День с толком». Бесплатных лекарств от коронавируса для тех, кто лечится амбулаторно, на следующей неделе не будет. Об этом нам рассказали в региональном Минздраве в ответ на посты в соцсетях о скорой раздаче медикаментов. Некоторые жители края начали рассчитывать на помощь буквально со следующего понедельника. Действительно ли она так необходима и почему на данный момент Минздрав все же не готов обеспечить всех нуждающихся препаратами, расскажет Анастасия Дороган. Приходится постоянно запас вот этот пополнять. Дозы большие достаточно, ну и самое главное, ничего не помогает. Эту корзину жительница Барнаула Алена, назовем ее так, собрала за 3 недели. Началось все с температуры в 38 градусов, тогда и выписали азитромицин. Через несколько дней без изменений к нему добавили еще один антибиотик. Еще через неделю девушка настояла на рентгене, оказалась пневмония. Антибиотиков стало еще больше. Вот последний чек. Это порядка 1000 рублей. Завтра мне предстоит новый поход к терапевту. То есть, скорее всего, будет меняться антибиотик, так как изменений
С последнего визита никаких. В общем, Алена выложила аптекам уже 10 тысяч рублей. Правда, пневмонию, говорит девушка, букет лекарств не взял. А вот Анастасия перенесла коронавирус бессимптомно. Случилось это в октябре, организм восстанавливается, и к этому этапу девушка подошла серьезно. Говорит, антитела – явление временное, поэтому нужно поддержать иммунитет. Сдала анализы, купила витамины. На диагностику ушло порядка 6 тысяч рублей. И сейчас витаминная терапия ушла около 5 тысяч рублей. Ну, то есть в сумме 11 тысяч, но, возможно, будут еще затраты, потому что не все витамины я еще выкупила. Дорогое лечение и восстановление стало поводом для жителей края надеяться на помощь с лекарствами. Президент объявил об этом неделю назад, а вот пару дней назад в соцсетях написали, что препараты начнут выдавать со следующей недели. В краевом Минздраве это опровергли. Нет, 87 миллионов в регион пришли, но выдавать лекарства пока не могут. Минздрав края направил заявки в Минпромторг и Минздрав РФ с учетом количества пациентов, которым необходимо лечение. Сформированы наборы препаратов для лечения ковид в амбулаторных условиях. Подписано соглашение с Минздравом РФ, в рамках которого за счет выделенных средств в амбулаторных условиях должно быть проплачено не менее 11 тысяч больных ковидом и вирусными пневмониями. При этом получателями лекарств будут либо больные с вирусной пневмонией, либо с подтвержденным коронавирусом. Даже поэтому не стоит полностью рассчитывать на поддержку. По информации сотрудников Минздрава, с учетом всех процедур, обеспечивать лекарствами начнут через несколько недель. Анастасия Дорога, Николай Шелко, «День с толком». И даже за деньги купить нужные препараты не всегда получится. Пару недель назад наша съемочная группа провела рейд по барнаульским аптекам. И тогда результат был неоптимистичным. Антибиотиков и противовирусных препаратов почти не нашлось. А что изменилось в ноябре, узнавал Никита Ермаков. Лечиться витаминами надоело, говорят покупатели. Чтобы получить нужные препараты, придется побегать. Азитромицин и амоксиклав такой хочет, там нет лучше, там другая есть. Слышу, что нет антибиотиков, но интересоваться сама не интересовалась. Азитромицина пока нет, левофлоксацина тоже, амоксиклав есть, но только детские дозировки, цефтриаксона пока нет, арбидол был, но закончился. Как вот началась вспышка заболеваемости? Да, пошли назначения, и то, что маркированный товар, из-за маркировки притормозились поставки. Говорят, одной из причин дефицита препаратов в октябре были сбои в системе маркировки лекарств. Теперь ее упростили. Длинная цепочка оформления отложена на год, поэтому антибиотики и противовирусные сейчас к потребителю смогут попасть быстрее, пишут федеральные СМИ. В Барнауле нужные пациентам лекарства для лечения появились, но не во всех аптеках. Фармацевты говорят, все зависит от поставок. Противовирусный ингаверин есть. Намидес есть, циклоферон, так-то много у нас. Антибиотиков вообще в принципе уже? Нет, почему есть? Амоксициллин есть, ципрофлоксацин есть. Не хватает лекарств сейчас в большей степени из-за большого спроса, рассказали нам в аптеках. То, что поступает, раскупается мгновенно. Но поставки, говорят, возобновились, и это уже плюс. Ну, сейчас начали приходить вот, после перерыва. Сколько был перерыв? Ну, недели две, наверное. Спрос, конечно, изменился. Я просто сравню первую волну коронавируса и вот сейчас, да, как мы ее называем, вторая волна. Конечно, конечно, спрос очень увеличился. Больше, да? В разы. Если оценивать итоги нашего небольшого рейда, можно сказать следующее. Найти лекарства, которые выписывают пациентам, в Барнауле стало гораздо реальнее. Но для этого придется пройтись и обзвонить не одну и не две аптеки. И совершенно спокойно могут себя чувствовать только такие люди. Я хоть, наверное, бабушка вам по возрасту, но я не болею. Я закаляюсь, и я таблетки не покупаю. У меня даже дома есть аспирин, парацетамол, других я не знаю. Не знаю, у меня соседи не болеют, сам не болею. Никита Ермаков, Дмитрий Денисов. День с толком. Реального срока не будет. Алтайская прокуратура не смогла добиться ужесточения наказания для экс-замминистра правительства Елены Кравец. Краевой суд оставил без изменения свой приговор в виде штрафа в 4,5 миллиона рублей.
Напомним, бывшая чиновница получила взятку ремонтными работами и техникой суммой более 2 миллионов рублей. За это Елена Кравец помогла заключить 132 контракта с определенной фирмой в обход конкурсных процедур. Первый приговор суда в прокуратуре сочли слишком мягким. Правоохранители требовали 7 лет лишения свободы и ужесточения штрафа с 4 до 45 миллионов рублей. Суд не согласился, а будет ли прокуратура вновь пытаться обжаловать приговор, пока не сообщается. Продолжим. Решили и сделали. Жители села Верхмарушка отремонтировали свой дом культуры. Инициативу сельчан поддержали спонсоры и депутаты. С инициативной группой встретился депутат Государственной Думы от Алтайского края Александр Прокопьев. С подробностями из Целинного района наш корреспондент. История Верхмарушки началась почти 200 лет назад. Основали поселение крестьяне-переселенцы. В 2007-м при местном клубе открылся мини-краеведческий музей. И сегодня в нем около 300 экспонатов. Вот это называется рубель. Вот так вот, вот таким макаром делали, гладили одежду, и она, видите, могла в каком состоянии быть потом проглаженной хорошо. Рубель – это самый древний утюг. 25 лет Людмила Степановна возглавляла сельский дом культуры. Сегодня поет в вокальной группе «Лада», которую когда-то сама и организовала. Клуб для почти всех 500 верхмарушенцев – место особенное. Здесь коротают вечера и молодежь, и пенсионеры. Работают 5 творческих секций и тренажерный зал. Здесь же отмечают всем селом праздники. 60-80 человек всегда бывает. Посещаемость хорошая, потому что мы же не избалованы, так скажем, профессиональные артисты. Махни рукой и забудь, все, нету. Так что мы тут и драматический театр, и мюзикл, и эстрада. Творческую идиллию села чуть не нарушила крыша. Вода заливала потолки, просели деревянные балки перекрытий. Здание, построенное в 1961 году, начало стремительно разрушаться. Вот где столб стоит, можно увидеть, а там очень сильно провис потолок. И поэтому как бы решили, что пора, надо что-то делать, иначе, не дай бог, упадет на зрителей, и все, и беда. Для нас клуб – это единственное место, где мы можем сами выразить себя, свои таланты, что люди умеют делать. Создали инициативную группу, оформили грант по программе местной инициативы. Из краевого бюджета получили 700 тысяч, еще 15 добавил Бочкаревский сельсовет. Казну ремонта на 70 тысяч пополнили сборы сельчан. Внес свою лепту в общее дело и депутат Краевого законодательного собрания Вадим Смагин. В итоге на здании новая крыша и косметика внутри. После ремонта крыши намного стало лучше, заниматься, то есть освещение стало, как бы не стали ни закрывать, ничего, то есть все хорошо стало. И потеков нету на стенах. Осталось заменить только противопожарную сигнализацию. Такая необходимая, но для сельчан уже неподъемная. Обратились к депутату Государственной Думы Александру Сергеевичу Прокопьеву. Он сразу встретился с инициативной группой, правда, с учетом пандемии, в онлайн-режиме. Рад вас видеть в добром здравии. Целинный, самый хлебосольный район Алтайского края. Помощники объяснили по, значит, Дому культуры то, что на данный момент было запланировано, что делается. Они сказали, что сейчас по санпинам там... То есть совсем другая реконструкция должна быть пожарной системы, поэтому только новая система. Но я могу сказать, что вас не поддержать невозможно, поэтому мы, безусловно, присоединимся к вам. Вы большую работу проделываете, когда объединяете людей. Мы поможем, я так понимаю, там же монтаж еще необходим, или монтажная составляющая, она есть у вас, то есть кто это сделает, сама фирма, правильно? Да, да. Демонтаж и потом монтаж оборудования, они уже все как бы составили, все это у них есть. Вы вообще большие молодцы, кстати, что занимаете такую активную позицию, объединяете людей. Мы не только вот, по сути, проект, какую-то задачу решаем, но еще, наверное, новый опыт приобретаем вместе вот с этой работой. И знакомимся, в том числе, друг с другом. Ну, это, наверное, вот та самая лучшая модель, на которой нужно работать. Я надеюсь, что рано или поздно пандемия закончится у нас. Мы все будем живы-здоровы и, собственно, у вас увидимся уже в новом Доме культуры
отремонтированном. Кроме решения конкретной задачи, Александр Прокопьев поинтересовался планами инициативной группы на следующий год. В этом году мы точно так же провели опрос нашего населения для дальнейшего участия в конкурсной программе поддержки местных инициатив на 2021 год. И опять вышли с предложением объект культуры СДК. Это обшивка фасада и ограждение. Ну а пока составляются сметы и определяется фронт ремонтных работ. Творческие коллективы продолжают репетировать и ждут окончания пандемии, чтобы выступить уже перед своими зрителями и гостями. Марина Волкова, Иван Зяблицкий. День с толком. Десять взрослых весовых категорий – от легковесов до супертяжей. В столице региона проходит юбилейный турнир по греко-римской борьбе памяти Анатолия Кишицкого. На месте спортивных баталий побывала Мария Микшута. Вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к мату. В каждом поединке турнира сначала битва в стойке, затем за каждый шанс на ковре. Традиционно наш турнир собирает сильных соперников со всех регионов страны и стран ближнего зарубежья. Тут каждый соперник силен, и на каждого приходится настраиваться как на сильного соперника. В этом году спорить звание сильнейшего собрались 1500 борцов из разных регионов России. На ковер за 2 дня выйдут спортсмены из Новосибирска, Москвы, Нижнего Новгорода, Пермского края и других. Соперники серьезные, бескомпромиссные и по-спортивному азартные. 2 раза боролся на этом турнире, 1 раз проиграл, 1 раз занял. В том году занял 2-е место, серебряную медаль. Но в финале там уступил с минимальным счетом 2-3. Но в этом году настроен бороться до конца выигрывать. Это 40-й по счету турнир, юбилейный. Он посвящен памяти великого спортсмена, заслуженного тренера Анатолия Кишицкого. Почтить память наших людей, которые стояли у истоков нашего вида спорта, которые это все зарядили. Ну и второе, это чтобы наши спортсмены нашего региона встречали здесь конкуренцию достаточно серьезную, чтобы как один из этапов подготовки на данный момент чемпионату Сибирского федерального округа, который пройдет в конце ноября в городе Красноярске. В этом году на трибунах тихо, но борцы не остались без поддержки. С приветствием к спортсменам обратились депутаты Госдумы Александр Карелин и Александр Прокопьев. Кстати, зрителями юбилейного турнира могут стать жители любых регионов России и стран ближнего зарубежья. Правда, пока в режиме онлайн. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. Спонсор прогноза – компания «Эвалара». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в YouTube, соцсетях, Instagram, ВКонтакте и Фейсбуке. И подписывайтесь. До встречи!